Привет! Добро пожаловать изучать финский язык с нуля. Сегодня мы познакомимся с финским алфавитом, буквами и звуками, местоимениями и глаголом «быть». Начнем. Итак, перед вами финские гласные. Как вы видите, их 8 штук. Нет, на самом деле вы видите 9, но только 8 из них финские, а одна – самая последняя, видите, такая «а» с кружочком, это шведская «о». А финские – это «а», «о», «у». Это задние гласные, они горловые, глубокие. Затем средние – это «э», «и». Обратите внимание, что «э» вовсе не «е». И, наконец, передние гласные «э», «э», «ю». А теперь слушайте и повторяйте. А, О, У, Э, И, Э, Э, И. А теперь перед вами согласные, консонанты. И они не случайно расположены в два ряда. Первый ряд, 12 согласных, это финские согласные, которые достаточно часто употребляются. А вот второй ряд, с ним уже это все иностранные согласные, которые пришли в финский из других языков. И они довольно мало употребляются. Так что, в принципе, не так все сложно. А теперь слушайте и повторяйте. Де, хо, ги, го. Л, М, Н, П, Р, С, Т, П, Б, С, Ф, Г, Гу, В, Х, З. Что замечательно в финском языке, так это то, что все читается именно так, как написано, а ударение всегда на первый слог. То есть, если вам встретилось слово «раха» – деньги, то вы читаете «раха», как и написано. Если вам встретилось слово «паха» – плохой, то вы читаете «паха» именно так, как написано. То же самое со словом «корва». Ухо. И со словом вало – свет. Впрочем, тут надо обратить внимание, что в слове вало, по правилам чтения русского языка, последнее «о» безударное должно бы превращаться в «а». Но в финском, как написано, так мы и читаем. Вало – «о» ни во что не превращается. Еще две темы на сегодняшний урок. Первая – это личные местоимения. Я – это мина. Мина. Ты – сина. Сина. Он и она – хэн. Хэн. В финском языке нет категории рода. Се – аналог английского it. Се. Мэ. Мэ. Тэ. Тэ. Хэ. Хэ. И последнее. Давайте выучим спряжение глагола «быть» – «олла». Minä olen, sinä olet, hän on, se on, me olemme, te olette, he ovat. А теперь переходите к следующей части – произношение.